Весли, я рассказывал тебе про тетю Сару. У нее деменция началась еще в колледже. Из-за лекарств она всегда была сонная и странная. Помню ее глаза, как грязные мутные окна заброшенной лачуги. Бабушка говорила, это у нас семейное. Выше нос, англичане. Wir bringen ihn zur Festung. Вот и ты. Jawohl! А ты, смотрю, тихий, да? Ну, ничего. Господи, какая огромная псина.
волнуйся, Весли. У меня есть план. Вломлюсь в крепость, перебью всех этих сраных нацистов, освобожу тебя. А потом мы свалим отсюда и встретимся с Кеслером в пивной.
Ладно, остался еще один. Значит, дальше пешком. Thank you.
legte im Bett neben diesem Mädchen und... La. Was? Du hast im Bett gelegen. Nicht gelegt. Legen, liegen. Wo ist der Unterschied? Du legst Eier. Du liegst im Bett. Ich nehme an, du bist kein Vogel, oder? Willst du jetzt die Geschichte hören oder nicht? Die Sprache richtig zu können ist wichtig. Warum hackst du ständig auf jedermanns Grammatik rum? Weil ich an die Erhaltung der Reinheit unserer wunderschönen Sprache glaube. Damit wir nicht der Barbarei verfallen. Na, dann erzähle ich die Geschichte eben nicht. Ich sag ja nur, wenn wir... Ach, halt die Klappe! Этот воздух напоминает болото у фермы Джонсона. Запах гниющих растений и влажной древесины. Thank you.
Thank you.